Добрый день. На днях президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с членами Конституционной комиссии Олий Маджлиса по подготовке новой редакции Конституции. На этой встрече президент Узбекистана изложил свое видение изменений в Конституцию, свое видение положений, которые должны лечь в основу этого документа. Но прежде всего это то, что Узбекистан должен стать социальным государством. Государством, где гарантированы права на труд, на образование, на охрану здоровья. И причем еще и на жилище. Это очень важные права, которые обеспечить может только сильно экономически развитое государство. Более того, Шавкат Мирзиёев озвучил и важность экологических вопросов. Все знают, что в Узбекистане существует очень сложная проблема. Это проблема высыхания Аральского моря. И заслуживает всяческого уважения и поддержки политическая воля руководства Узбекистана, что оно собирается активно заняться решением этой проблемы, решить которую можно только вместе с соседними государствами. Более того, я бы отметил еще один момент. Это то, что Шавкат Мирзиёев предложил одновременно с принятием новой редакции Конституции принять и новые концепции по внешнеполитической деятельности и концепцию по национальной безопасности и придать им статус конституционных законов, то есть законов, которые принимаются двумя третями членов парламента. Хотя текст этих документов пока не опубликованы, не вызывает большого сомнения то, что они отразят новую роль Узбекистана на международной арене. Прежде всего, как одного из лидеров Центральной Азии и гарантов ее безопасности. Мне также кажется очень хорошим элементом то, что в процессе своей работы аналитические институты Узбекистана активно сотрудничают с иностранными коллегами, в том числе с российскими экспертами. Благодаря поддержке Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге у нашего Центра европейско-азиатских исследований сложились хорошие отношения и подписаны соглашения с Международным институтом Центральной Азии и Институтом стратегических исследований и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан. Это позволяет более точно, более тщательно, да, и с интересом познакомить наших политиков российских экспертов с жизнью Республики Узбекистан, с тем, чтобы наши отношения становились день ото дня лучше и лучше.